В годы Великой Отечественной войны белорусский народ понес огромные невосполнимые потери. Трагедия коснулась почти каждой белорусской семьи. Война не щадила никого. Погибали старики, женщины, дети. Деревня Кончицы. Здесь, на территории церкви, похоронена 13-летняя Дарья Кохнюк. В 1942 году невинное дитя было зверски застрелено фашистом. Эту жуткую историю, в свое время тронувшую до глубины души каждого жителя деревни, сотрудникам Пинской межрайонной прокуратуры, а затем и нам, рассказала пинчанка Ольга Жушма. В Кончицах проживал ее отец Семен Игнатьевич Кохнюк. Пройдя пекло войны и ад концентрационного лагеря, он дожил до глубокой старости и умер в 2005 году. Семен Игнатьевич очень любил свою семью и особенно 12-летнюю сестру. По воспоминаниям и рассказам ветерана и других жителей деревни, во время немецкой оккупации всю свою живность они прятали в лесах. И она, молодая девочка, выдоив корову, несла молоко своим родителям. И когда принесла и шла с молоком, увидел фашист, что молодая девочка идет. И когда она зашла в дом, на стол поставила молоко, он зашел в дом, бросил ее на кровать и стал рвать на ней одежду. Увидя такой эпизод, мама ее распахнула окно, его пихнула на кровать и сказала: «Доченька, убегай». Когда она начала убегать из дому, он передернул автомат, дал автоматную очередь, и скальп слетел на забор. Забор был с колючей проволоки. Эта трагедия шокировала всю деревню. Местный священник, для того чтобы не подвергать обстрелу со стороны карателей всю похоронную процессию, которая собиралась идти за гробом, принял решение упокоить невинное дитя на территории церкви. Родители девочки так и не смогли пережить несчастье. Спустя 3 месяца умирает отец маленькой Даши, а через полгода и мать. В это время мой отец был в Германии. При освобождении советскими войсками он очень хотел домой увидеть мать и сестру, так как он не думал, что во время войны они все погибли. И получилось, что мой отец вернулся, а родни никакой нету. Все. И фашисты забрали всю семью. Невзирая на то, что погибла только дочь, следом умерли родители. Всю свою жизнь Семен Игнатьевич ухаживал за могилой сестры, а после его смерти продолжает чтить память погибшей тети и Ольги Семеновны. Трагедия одной семьи – это трагедия всего белорусского народа. В битве с врагом за годы Великой Отечественной войны республика потеряла каждого третьего своего жителя. Уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период Генеральная прокуратура Республики Беларусь возбудила для того, чтобы восстановить социальную и историческую справедливость. Доказать факты убийства мирного населения. В состав следственной группы по расследованию уголовного дела включены в том числе работники Пинской межрайонной прокуратуры. В ходе расследования они допрашивают свидетелей и очевидцев тех событий, занимаются работой с архивными документами. Методично, по крупицам, собирают малоизвестные факты, о которых должны узнать миллионы. Возникают такие случаи, когда люди сами к нам обращаются в прокуратуру и предоставляет известную информацию, которую они получили в основном со слов своих родственников, то есть где-то родителей, где-то уже дедушек и бабушек, поскольку уже исследуются события достаточно давнешнего времени. Нам также активно помогают органы исполнительной власти, и, соответственно, нам информация о данной женщине поступила из сельисполкома. Мы с ней вышли на связь, она согласилась с нами побеседовать, дала показания об известных ей фактах злодеяний, совершенных вблизи деревни Кончицы. Показания дала на видео, то есть у нас очень хорошая информация была зафиксирована.
На данный момент допрошено уже около 500 человек. Показания фиксируются как в письменных протоколах, так и путем видеосъемки. Становятся известны факты как о массовых преступлениях, так и о единичных случаях, совершенных нацистами на территории Пинска и Пинского района. По сути, можно сказать, что фактически каждый населенный пункт Пинщины в годы войны и послевоенный период был тем или иным образом затронут в плане вот совершения каких-то преступных злодеяний. Очень символично и важно в год исторической памяти записать и сохранить как можно больше таких историй, не дать им уйти в небытие, ведь в них вся боль и страдания белорусского народа.